пришла посылочка из Китая. Я ее очень ждала. К сожалению, я не получила ее до отъезда на отдых. Мне хотелось... Это такие футболочки. Family Look называется. Я думала, если придет до отдыха, мы с дочками там пофоткаемся. Там все покажу. Надеюсь, что они нам будут нормальные. Скоро. Смотрите, какая красота. Там вообще разные были. Разных цветов вообще. Разные-разные. Там было и для... Я взяла себе и двум дочкам. Там можно и для пап взять. И для мальчишек и девочек. Там по-разному можно комбинировать. Вообще в этом магазине по Ласте там не только с этим рисунком есть. Значит, это на младшую. Она будет ей великовата, потому что я взяла 110. Вот. Но я взяла вот этот даймонд, бриллиант. Они там есть. Я все думала взять белую. Но все-таки решила, так как у нас три девочки, взять розовую. Там есть разные цвета. Это для старшей. Ей будет 8 лет. Младшей 3 годика. Она сейчас у меня 99 сантиметров. Это 110, это, конечно, на постарше. Если ей сильно будет велико, потому что младшая дочь у меня рост... где-то 124 сантиметра, а это 130. То есть, если это будет сильно велико, мы просто попозже это оденем. Да, они чуть вырастут. Себе я взяла эсочку. Вообще супер, да? Сейчас я померю. Вот, а девчонку, наверное, будет чуть-чуть великовато. Ну, ничего страшного, попозже сфоткаемся. Сейчас я... Главное, чтобы не было нормально. А дети дорастут до этих размеров. Сейчас будем мерить. Вот так они выглядят. Качество, я вам могу сказать, отличное. Просто отличное качество. Очень приятное. Знаете, так хорошо сделано. Отлично, отлично. Сейчас будем мерить. Вот Полиночки уже одели, и, конечно, чуть великовато, но нормально. Великовато, не маловато, да, зайка? Что там нарисовано? Бриллиантик. Бриллиантик нарисовано. Ну, хорошо. Теперь другую. Теперь, ну вот, Вероничка пришла, мы на нее тоже померили. Ей вообще идеально подходит, да, Никуш? Встань. Угу. Смотрите, ей вообще хорошо. Мне кажется, годик, она еще точно может ее будет... носить. Ой, тебе хорошо. Сейчас я вам себя покажу. Опа. Что? Мы довольны, нам нравится. Никуш, тебе нравится? Да. Классно, будем фоткаться так. Тебе нравится? Да. Наши новые футболочки. Супер-пупер, супер-пупер, да? Классно, это... придумали? Надо теперь придумать, может быть, на какой-то праздник так сфотографируемся, да? Да, какой-нибудь праздник. Или в гости так пойдем, да? Вот так вот, надеюсь, вам тоже понравилось. Вот так вот, надеюсь, вам тоже понравились наши футболочки. Как ты хочешь, вот так? Все, скажи всем пока. Бери ее. Пока. Ну все, надеюсь, вам понравились наши футболочки. Еще. Вот так. Скажи всем пока. 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 Ай, 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 ай,